Ram 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 Hari Hari. Tell me, Hari Krishna. Hari Bol, tell. Tell, this is the Brahma, is the our Adi Guru. Yeah, so he is our original Guru, he is the Brahma. So he have so nice prayer. You know, you are disciple of this Brahma Parampara. So they have Guru for nice this prayer he have. So they are Guru teaching. So telling this Brahma Stuti, telling this is the Brahma, is the Brahma, is the name, the Brahma. What is the meaning of Brahma? Brahma meaning is the who is the know everything. Who is the know everything. Even know everything, why is telling the Krishna's covered by his cup? Why he is telling this thing? Well, this is the some Krishna's pastime, some Krishna's desire there. Why Krishna, he want all gopi, this before he the gopi doing very austerity. Srutichari, Munichari, Dandakaran, Rishi, this is the, also there are some Janakapuri Sita, this is the, there are some Sita, some Sakhi, there want Krishna, our become beloved, Ram become beloved, but cannot Ram accept that Krishna have become their gopi. Now they are everybody become gopi. Now Krishna want marriage to all gopi. Why? They are took birth to gopi's mood. This is the one region, you know, this is the one region. Another region, Krishna, when he drinking the mother's, just the breast milk, that time all mother of this is the mood of this Vrindavan, they are also want Krishna become our son, Krishna drink. And Krishna, that time also, all cow also, they want Krishna become our calf. He also drink this milk. Yeah. So there are so many regions. Krishna want to fulfill to so many desire. So Brahma, through this Brahma, the Brahma is telling this cup and this cow, now Krishna become cup and cow, he fulfilled the all desire. At this year, Gargacharya announcement, this if year, if some girl marriage, never life he come to beat, always chaste lady. Why Krishna became Sakha when marriage with Krishna? То есть, с одной стороны, кажется, что Брама здесь совершил ошибку о том, что он впал в иллюзию, как это свойственно, как будто бы обусловленным душам, и поэтому, проверяя Кришну, он украл его друзей и пастушков. Но с другой стороны, Махарадж как-то объясняет, Кришна, это было желание Кришны. То есть, почему это произошло? Потому что Кришна сам все это сделал. Кришна всегда свои игры устраивает через своих преданных. И поэтому он так сделал, что он вдохновил на это Браму и провел это все сам. И зачем это Кришна все сам сделал? Что его друзей украли и его телят украли. Вот то множество причин. Кришна, когда приходит в этот мир, он приходит удовлетворять желания своих преданных, доставляет им особое счастье и исполняет их заветные желания. Кто там были эти гопи, и маленькие, и большие? Вот взять маленькие гопи. Там есть, которые вечные спутники его пришли, а есть, которые шрутичари, муничари, есть, которые долгие, десятки лет, тысячи лет совершали великие муни, риши, свой баджан, с одной только целью, чтобы Кришна был их мужем, чтобы Кришна был их возлюбленным. И Кришна, он никогда же не может отказать, он же принял этого, сейчас он пришел, чтобы это осуществить. Потом золотые статуи Джанаки, царицы Ситы, которые были тогда за 11 тысяч лет проведены. Там были все девы, как из Джанакпури, они когда увидели Раму, они все в него влюбились и мечтали теперь только, чтобы только Рама был их мужем. То есть и множество других, те, которые всю свою садану, все свои усилия, они намеревали, чтобы принял их Рама, то есть сам Господь, Кришна пришел сейчас, а они родились маленькими девочками, которых там миллионы, и родились маленькими девочками во Врадже. И Кришна сейчас, как он мог жениться на всех? Вот он и делает обстоятельства. Мальчика всех украли, всех телят Кришны украли, которых он пас. И Гаргачарья объявляет, сегодня, один раз в жизни такой день может быть, если сегодня, если в этом году выдать девочек замуж, даже если они еще не родились, даже если просто они еще матери какие-то беременные, они тогда в Раджвасе переженили всех, даже те, которые еще в животе были. В общем, они просто выбрали мальчиков-пастушков, Кришна же принял образы всех мальчиков во Вриндаване,
и все родители, они выбрали уже своего мужа для... и уже совершили эту свадьбу, и помолвку, и свадьбу, потому что они поженились, переженили всех этих маленьких во Вриндаване. А всем этим маленьким во Вриндаване мальчиком был Кришна. Таким образом, каждая из них вышла замуж за Кришну. Помимо этого, каждая женщина, как Ишодама в том вот, она мечтала, они тоже между, и там были и вечные спутники, и те, которые совершали свой баджан долго, чтобы Кришна стал их сыном, чтобы Кришна пил их грудное молоко. И Кришна тоже удовлетворяет желание. Когда он принимает формы всех этих мальчиков, каждая мать теперь имеет Кришну в качестве своего сына. И она его любит. Она любит и исполняются все заветные желания. Каждая мать, она если раньше больше всего любила Кришну, потом только своего сына, в этом году все только своего собственного ребенка любили и чаяли этим образом. Потом Кришна принял образы всех телят. Все коровы, они тоже Кришну как своего, за своего сына считали. Они каждая корова, видя Кришну, она думала, как бы хорошо, если бы Кришна стал моим теленком. Он бы у меня пил, вот я бы его лизала бы с ног до головы, он бы у меня молоко из груди вот из имени выпил. И Кришна осуществил такое желание, стал теленком, и каждая корова обрела Кришну в качестве своего сына. Yeah. So, there Brahma, before he think Krishna baby, he was covered by it. So he's telling. But when he understand Krishna, he's saying, you know, who they are covered by, they are not ordinary person, they are Brahma is saw everywhere the Narayan, Narayan, Narayan. He know only one Narayan. Everywhere is Narayan, Narayan, thousand everywhere Narayan, Narayan. Every Sakha is the Narayan. Now he understand, oh Krishna, who is the Krishna? He the Ishvara Parama Krishna. Yeah. He understand he is the not ordinary person. He is the Sarva Karana Karana. He the all incarnation, all incarnation come to this Krishna. See, he understand, then before he sit on the, this is the swan, now he jumped completely, lay down Krishna's lotus, Vishatanga Pranam. Then he's only one, you know, head touched Krishna's foot. So bring this forehead and put the Krishna's lotus foot, touch the Krishna. Now he's only one, leaves my body, he touched this Braj Renu. Necessary whole, this is not ordinary dust, this is a Brajavasi food dust. Then he rolling this food dust. And this is the tear he washed to Krishna's lotus feet. Now lotus feet, and he stand up and do like this, and his night to pray to Krishna. Mm-hmm. И потом Кришна, когда заканчивается эта лила, через год Кришна показывает ему дальше. Он показывает, что каждый мальчик-пастушок это сам Нараяна. То есть он увидел, что каждый атрибут на украшениях пастушках это Нараяна, каждый теленок это Нараяна. Браман поклонялся Нараяне. А тут он увидел, что все стали Варанараяна. Он увидел, что все они Нараяны, и все они вошли в Кришну. И он понял, что Кришна это изначальный Нараяна. А не обычный мальчик. И вот тут вот Брама, он всегда на своем возне, чем на лебеде. Даже полубоги, они никогда земли не касаются. Для них это смертная земля. Тут все умирают, тут нечистое место. Поэтому они всегда парят. А Брама, он еще на порядок выше, чем полубоги. Но тут он понял, что это не его творение. Это самое изначально Нараяна, и все, что вокруг, оно все Нараяна. То есть это не его творение. И он спрыгнул с лебедя, ступил на землю в Раджа и расстелился полностью перед стопами Кришны. И стал свои четыре головы тянуть, чтобы каждый из них потрогать стопы Кришны. И стал кататься в земле, чтобы вот это вот, он понял, что это трансцендентная пыль с другого мира, он стал осыпать всего себя, то есть кататься, чтобы все его тело было в пыли. And this eye, this. У него текли слезы, этими слезами он омывал из своих четырех голов за стопы Кришны. Understanding like this. Потом стал ветеран. Yeah. So now, so there is a telling past. Now this Brahma Stuti, there are so many things there. Some are glory doing bhakti. What is the bhakti? The
topmost bhakti. Some higher also glorify Krishna's gyan, knowledge. Some higher he also glorifies Krishna's madhurya. Sometime he glorified Krishna's opulence. This prayer, so many things present is there. So first, why he used to know me? O Prabhu, I am take your shelter. Why he understand? He is the supreme personality Godhead. So understand, he is my father's and father's. So he telling, know me, I am offering obeisance to you. Know me, deity. Ita meaning, are you my worshipper deity? So telling Abhra Babu say, telling Krishna who how look like, take like this is cloud, Abhra cloud. Telling why he telling Krishna's body is the cloud, that telling so many meaning. One meaning is telling, so Krishna color is the cloud. When became telling this, the when water, you know, when condensed form, water, this is the cloud water. When water, this is the one takes together condensed, then becomes the black. This water meaning is the mercy. You know, this is the mercy. Telling Krishna's color, why the look like black? You know, this is the telling he is the complete when this mercy takes condensed from this is the cloud. There Brahma is telling Prabhu, I am doing some offense your lotus feet, but your form is the Abhra Babuse, meaning you are full of mercy, your form is the full of mercy, you know, so you can do give mercy to me. Как в его молитве можно будет увидеть глубокие истины по Бхакти Татве, по Кришна Татве, то есть там знание Кришны. По Ашварья Татве, по Мадхурья Татве, все это раскрывает в своей молитве. Начинает свою молитву со слов «Науми дяты Бравапуши». Он говорит «Науми», то есть он предлагает свой поклон Кришне, и о Бравапуше он говорит, что «то ты подобен грозовой туче, дождевому облаку», он говорит. Он говорит, когда вода испаряется, она образует облака. И когда там очень-очень много воды, она становится очень темного цвета. Значит, что она полна, сейчас вот обязательно прольется дождь. И там так много воды. И вот вода, она символизирует милость, потому что она, когда проливается на землю, она все живое оживает. И вот поэтому Брама, он сейчас такими словами говорит, поскольку он только что сейчас он понял, что совершил оскорбление Кришне. И он хочет рассчитывать на милость Кришны. Он говорит, ты же средоточие милости. В тебе так много милости. Он говорит, ты темного цвета, потому что в тебе вся сосредоточена вся милость. Брама Пуша. Yes, certainly this is the Abhra Babuse. Second meaning telling, you know, this is the Chatak, bird of Chatak. Only he drinking Swadhi Nakhetra water. And you see the sunrise, he has so much thirsty. So always telling, oh, Pyasam. But when he saw this cloud coming in the sky, he became so happy telling, like this, oh Prabhu, my heart also burning by this offense. I did offense. Burning my heart like the Chatak, but your form like this cloud. When this Chatak, like this cloud coming, meaning the rain is the coming, now with the drinking water, like this, oh Prabhu, your body is the color is the cloud, but I am Chatak, so I am, you are my life and soul. То есть он себя видел так, как птицу Чатаку, а птица Чатак, она пьет только дождевую воду. Он говорит, я же как птица Чатака, мне ведь только от тебя милость нужна. Я же по жизни как птица Чатака. Он рассчитывает на милость, и поэтому говорит, а ты ведь как раз то самое дождевое облако подаришь мне эту милость, простишь меня. Я же твой слуга, другими словами он говорит. Yeah, Abhra Babuse, Tari Tambaraya, Prabhu, your body is like this cloud. But your cloth is the yellow. When this cloud is the beautiful look. But when there are some lightning coming, they are very cool, look like very night. But when this lightning is the coming and disappear. But your body look like this the make cloud. But your cloth is the like this lightning. But your cloth is a sthir vidyut. Meaning this lightning not move. Always this lightning stay your body. So you are look like very beautiful. Uh-huh. And also Radharani color is here. Tapta Kanchana Gaurangi, so he doing so much love to Radharani. So as like color, cloth he put this body. Uh-huh. То есть потом он говорит,
Амбарая слово подчеркиваем, говоря о том, какой у него красивый золотая накидка, на нем одежда. И с одной стороны, это выражение красоты Кришны, то есть есть, например, грозовое облако, оно само по себе красивое очень, оно все переливается, там разная глубина. Но когда на нем, на фоне его сверкают молнии, все вместе, мне кажется, еще красивее. То есть самые контрастные такие цвета, вспышки, это сияние этих молний. И вот Кришна говорит, что твоя, ты так прекрасен, а это твоя накидка, она словно молния на этом грозовом небе, то есть подчеркивает красоту. А с другой стороны, он знает, что, зачем говорит Кришна, говорит, что Радика это Тапта Канчана Гауранги, то что она золотая, золотого цвета, что Кришна носит поэтому накидку золотого цвета. So, little Gunjaba Tansa, this Karnabhusan, this earring is a Gunjamala. You know, this is Gunjamala. Krishna telling, or this is the form Radharani. And another is the Gunja, very, this is the very easily we can achieve this parish, no need to so much. So telling, oh Prabhu, one thing, we have put this is a form of Radharani, always keep your body. Another thing is the, if somebody want, please to learn, telling, no need to even give some expensive thing, then I am become happy. No, only I am happy if by love, affection, patram, puspam, phalam, toyam, you know, this is the poor thing. If you give very love, affection, I am become happy. Necessary your love, affection. И он потом описывает, как у него на крошее красивые бусики из ягод гунджа. Они наполовину такое нежно-нежно-розовые, наполовину черные. И он описывает, почему ты носишь такие бусинки. С одной стороны, говорит, потому что тебе это напоминает Радарани. Потому что это будет приятно видеть на тебе Радарани. То есть за этими бусиками находится много каких лил. То есть он прекрасно знает, почему Кришна носит бусики для Радарани. С другой стороны, почему Кришна носит такие простые драгоценности? Потому что Кришна легко удовлетворит даже самым простым. То есть это даже просто бобы. Это из семейства бобовых, они растут везде. А Кришна это считает за самое лучшее украшение, он себя им украшает. Потом насколько Кришна доступна всегда для своих преданных. Yeah, and Krishna also put the peacock feather, this head, Krishna. Потом он начинает описывать и волосы свои, ты украшаешь павлиньим пером. Yeah. Why Krishna put the peacock feather? Почему Кришна павлиньим пером украшает себя? Ну да, мне это причин было. Одну я помню, что он шел и увидел, что в луже лежало павлиньим перо. И он подбирает самых... Ну, он любит таких, кто там самые, как сказать, не падшие, а... Всеми оставленные. Да, брошенные, как бы, вот, ну, подобрал его, как бы, взял себе. Второе, знаю, что... они брамачари, да? Да, и он очень любит их тоже, и в честь этого, по-моему, он тоже носит павлинье перо. Потом я помню, что они танцевали, вроде бы, да? Он очень, да, искусный танцор, но Кришна еще более искусный танцор. И когда это увидел павлин, как бы он, что он может предложить? Как бы он предложил свое перо, и Кришна... Две причины смешала, да? Ну вот. Ну вот, то, что я помню. А еще? Помоги мне. Я помню, но я не кажется, это было. She remembered when first she said when Krishna saw this peacock feather just alone on the way, he said he's always except those who are kicked by others. So therefore he is putting his peacock feather. The second reason she said because of the brahmacharis, therefore he is keeping because of peacock brahmacharis. And the third she is mixing a little bit, she said because of their nice dancing and because of May Krishna and Peacock was dancing. А что может еще там имена Радхарани написано? Ага, and now she remembered that it is a Narayana name there. Yeah, pass you. Thank you. Okay. So Krishna so like to pick up feather. Then so this so many there Radharani's name, and also he the peacock dance is a very good dance.
Krishna dancing very nice, you know, peacock dance very nice dance. So also he keep this peacock feather here. Why Krishna's name is Natavara, you know. Natavara Shankar Nam is the Nataraj and Krishna is the Natavar. He is the bar of Shankar. He is the topmost dancer. This region also he keep peacock feather. And when Krishna is playing the flute, no, one peacock sometimes you do to dance. Well, peacock when you become dance, that time you become dance when it's in cloud and lightning coming there, then ghar-ghar-ghar shabd dekh de some. That time peacock become dance. And when once peacock saw Krishna body look like cloud, this cloth lightning playing flute, meaning this is the took like this is ghar-ghar-ghar shabd. That time peacock became so happy, he could dance. When somebody dance becomes so happy, you know, so happy. Our Indian culture, when somebody do nice dance, somebody happy, that time some take some money, like this and here. Now peacock want to give something to Krishna, well, what I can give? Well, I have nothing, I only have peacock feather. Then doing like this and fall down on peacock feather, Krishna, this is the prem, you know, by prem, love, affection. Then like, accept this, give this head. То есть Махарадж говорит, что там, да, там написано имя Радарани на этом павлине пера. Вторая причина о том, что... Did you explain Brahmachari now, no? Yeah, this is all I told, this is Brahmachari. Krishna liked so much Brahmachari. Krishna so much liked Brahmachari, so always keep to Brahmachari society. Причина, почему Кришна носит павлинье перо, потому что он показывает, я брахмачарьев на своей голове ношу, настолько они ему дорогие. Они ради него отказываются от всего, от всех удовольствий, от всего собственного счастья. И вот по павлину они брахмачарьи, они размножаются не как другие птицы. Они, когда они танцуют, у них павлинихи выбивают капельки из глаз слезы, и от этого у них появляются птенцы. То есть они размножаются по особому образу. Поэтому все павлины, они брахмачари. Поэтому Кришна носит павлинье перо у себя на голове. Другая причина в том, что павлинье перо является символом высшего танца. То есть Шиву называют Натараджем, царем танца, а Кришну Натаваром. То есть он самый-самый лучший, потому что выше, чем Натарадж. А павлины, они красивее всего танцуют. То есть, если кто как видели, когда они там раскрывают свои крылья, хвост, начинают кружиться вокруг. И вот Махарадж описывает, что однажды павлин, он, увидев Кришну, которого играл на флейте, он просто сбился с толку, он потерял как бы ощущение действительности. Для него это вдруг как будто бы грозовая туча набежала на небо, и гром он услышал. То есть павлин, они когда видят, что грозовые тучи подходят на небе, и когда начинают катать тучи, так бы... Не сверкать, это не свет, а вот прямо грохот такой вот, когда тучи вместе начинаются, такой низкий такой... Вот от этого очень сильно возбуждает павлинов на танцы. Они после этого видят это и слышат, они начинают танцевать. И вот тут Кришна играл на флейте, а Кришна был как туча, его широкие плечи, и его флейта, она была очень низко, красиво играла, словно когда-то благотание грома, и павлин просто вошел в состояние того, что сейчас гроза начинается, он начал танцевать. И он, а Кришна так красиво играл, он такой экстаз от его музыки получил. А у нас, говорят, в Индии такая традиция, если кто-то тебе, там, когда хорошо танцует или хорошо поет, ты им обязательно что-нибудь там даришь, им какой-нибудь подарок, там денежки вокруг, например, их делаешь. И тут павлин думает, ну как мне теперь отплатить Кришну за такое счастье, которое он мне доставил. Он думает, ну у меня ничего драгоценного, кроме моих перьев-то нету. Поэтому он подарил ему свое перо. И поэтому, а поскольку это подарок любви, из любви, поэтому Кришна воткнул это у себя в волосы, носит на своей голове. Paripicha lasat mukhaya. Yeah, always he the very sweet smiling, always he the happy. Yeah, lasat mukhaya banyas raje. Telling which kind of this is the singer, telling the banyas raje. Banyas raje meaning this is the when Krishna go to Vrindavan, they are sometimes sakha, sometimes sakhi. They are bring nice flower, you know, decorate to Krishna nice flower and some nice leaves. And there are some Gauri, this is the Giriraj, from Giriraj, bring some
there are some color, and by this Krishna nice to decorate. Krishna give teach to even when I Vaikuntha Ajodhya Dwarka, there are so many opulence there. They are doing decorate, but when I Vrindavan, you know, this Vrindavan, how this Gopi Sakha to decorate, this is the among the best Sringar, this is Sringa. Maybe who is the come Vrindavan, and they are in summer season, not any cold thing. That time they are, you know, they are Bhakti Vihari temple, sometimes the Radha Hollow temple, Radha Raman temple, they are doing flower Sringa. If they are cannot look, cannot imagine how this is the Sringa. Flower, how many decorate Krishna's all ornament by this flower, ornament. This is the make flower, this is the crown make flower, this cloth make a flower. Very nicely, you know, you can, without look, you can look, how can to flower this Sringar, this whole temple, one for 5 lakh money, that is Sringar. Telling this is, there is a nice fragrant coming, very good fragrant coming, this flower, belly, chameli, malati, ketaki, that flower. So telling this, you know, flower decoration is the topmost, this is the Vrindavan. So, Брама Даша произносила Сану Хая, показывает, какая сладкая улыбка сейчас на лице Кришны. И потом описывает гирлянда, какая на Кришне, известные цветов. Описывает красоту этой гирлянды, как красиво они делают гирлянды там, в духовном мире. Он говорит, если бы у вас, вот, чтобы это хоть немножко представить, это для этого вы должны быть во Вриндаване, особенно в те праздники, когда Кришну особым образом одевают в цветы. То есть, например, вот в больших храмах, там вот, куда приезжают все индусы, в Банки Бихари, там 500 000 тратится рупий на то, чтобы украсить весь храм цветы. И мало того, вся одежда у Кришны состоит из цветов. Все его короны, они из одних цветов. Все его накидки из цветов. Все его атрибуты в одежде, все из самых различных цветов. Говорят, это просто это не вообразить, это просто надо самому увидеть, приехать и увидеть там. А это просто, говорит, в материальном мире. Что говорит о том, как они там это украшают, Кришну, каким искусством они там обладают. И вот это все описывает вот за этими словами Брама, о том, как красиво Кришна в цветах выглядит. Баннесраджи, Вишал Вену, Хал Кришна, playing the flute always. Well, Krishna, he gave teach, when you came to me, you know, like this is the bansi, like this bansi. But there are many, this bansi complete inside, this is the complete, the whole. So that meaning, so how Krishna, he want, nicely gave this sword, gave this, this sword, this dhoni, the sound he gave, like this sound coming. That meaning, Krishna telling, when you came like this bansi meaning, your heart completely empty heart, no any kind of desire. Then I can give to soul, this vice I can give you, you know. So sometimes Radharani telling, oh, next life I don't want to become Radharani. Next life I become like the Bansi. Well, why? Bansi, Krishna never lived to Bansi, always. Sometimes catch hand, sometimes put here, sometimes playing flute, you know. Krishna never left to Bansi. What? Previous life, which kind of pious activity he did? So you can go to Parnavasi, you can know everything. Ask which kind of pious activity he did, now become Bansi. Next life, you are also Bansi. Krishna always give to us. Mm-hmm. And telling Krishna how you are fortunate. Krishna, when playing this flute, give example, he playing like this flute. In the flute, they have this finger and finger, this is like this bed. He like this king, somebody doing service to king. This is flute, not flute, this is the bed. And doing like this, meaning he massages lotus feet. And this keep here, this is the pillow. And this earring, like this king head, keep one umbrella, you know. And this eyes, he look like this, meaning fanning to him. Krishna, how much gave to respect to this Bansi? Yeah, Radharani can see like this. Yeah. так, когда Брама описывает Кришну, он говорит, что Кришна на губах это флейта. И тем самым, что за этим объясняют, например, Кришна говорит, если ты хочешь оказаться со мной, быть для меня такой дорогой, как эта флейта, то есть флейта всегда все с Кришной, она у него то в руке, то у него за пазух, он с ней не расстается, он ее нигде не оставляет, у него только выкрасть могут ее. И
Говорит, если хочешь прийти ко мне, чтобы я тебя близко так принял, для этого нужно стать полой, как эта флейта. То есть для этого нужно свое сердце опустошить от чего бы то ни было, что хотеть в этом мире, в этом материальном мире. Если Кришна говорит, ты его опустошишь, свое сердце, я его заполню сам. Как я заполняю эту флейту своим нектаром с губ, то есть своими звуками. Шрила Гурудева всегда говорила, что нужно стать такой полой флейтой для того, чтобы прийти к Кришне. И как Радхарани видит эту флейту, она говорит, я не хочу в следующей жизни больше рождаться девушкой. Я не хочу больше рождаться гопи. Я хочу в следующей жизни быть флейтой Кришны. Вот флейта всегда с Кришной. У меня нет такой возможности. Она с ним всегда. И она у него как царь, который на пуховых подушках лежит, она на губах Кришны, на мягких, как пуховые подушки, лежит этот царь, наслаждается, Кришна при этом массирует его, все его тело. Потом он еще и омахивает его своими ресницами длинными, от чего ему приятно. Потом, говорит, сережки, говорит, Кришны красивые, они как это, как над царем такой купол, такой зонтик держат. У нее там все удобства у этой флейты. Кришна ей всю свою любовь, все свое служение дает. Потом Радхарани говорит, что я не хочу в следующей жизни больше девушкой рождаться. Я флейтой мечтаю, бай. И я говорю, кавала ветра бисара бену. Говорю, гита Кришна, оно хати, хи хян. You know, хян is the дай, sometimes is the yogurt rice, sometimes is the this is the sometimes this milk rice, always Krishna yan there. That meaning telling even Krishna when staying different plant, he have very nice fruit. But Krishna telling which fruit I am so much like. Well, he had a Vrindavan and gave the of the Dahivat, Dudvat, I am so much like. This is my favorite fruit. То есть, когда он описывает, то там ковала вену, у Кришны еще и палочка своя есть. И еще у Кришны, говорит, в левой руке он держит. Больше Кришна, ему все доступно, но больше всего он любит обычное молоко вриндаванское, обычный йогурт вриндаванский. То есть у него самая любимая пища — это йогурт, смешанный немножко с рисом. Вот этим он наслаждается во Вриндаване на самом деле. Вот он говорит, он сейчас стоит перед Брамой, он тоже держит у себя пригоршню этого риса, смешанного с йогуртом. И Брама это описывает. Шатали мрдупаде пасупангаджая. Telling when Krishna, telling how Vrindavan is so fortunate, you know, how fortunate. Why all incarnation blood they put suj, you know, all can. Only Krishna have one incarnation without suj. Every Vrindavan he going cow grazing. So when you go Krishna one go cow grazing, Madhura Yasa tell, oh Krishna, I can make for you some suj and one umbrella. Well, Mother, I am the servant, cow is our worshipful deity. They have no any suj, no umbrella. How possible you are sevak, not take this umbrella, accept umbrella suj. Even for me one, for all cow, fast you make one, four suj, one for cow. And one umbrella, then for me you can make one umbrella and suj. Потом дальше Брама восхищается о том, что его почитаемое божество, оно стоит прямо босиком, прямо на земле. То есть вообще Бог никогда там, то есть Брама, то все остальные, они все в сандалиях приходили, в самых красивых сандалиях приходили. А Кришна, который изначально является, он прям босиком на земле стоит. И Махараш рассказывает, когда мама, он выпросил все-таки у родителей пасти этих телят, мама Ашода его увидела, что он собирается босиком, говорит, ты куда, ты же принц, говорит, ты должен сандалии надеть, зонтик с собой возьми, там солнце на улице печет. А Кришна говорит, мама, мы же пастухи все-таки. Говорит, а пастухи, они являются слугами коров. Как это слуги могут ходить в сандалиях с зонтиком, а их господа, они без сандалий, без зонтика. Говорит, сначала, говорит, ты сделай, тогда всем моим коровам выдай, значит, по сандалиям и по зонтику, и тогда я буду за ними идти с сандалиями, без зонтиками. А если нет, то как я могу это делать? Поэтому он босиком отправился. Yes, I tell in the Mridupade, Pasupanga Jaya, when Krishna cow grazing that time, this is Vrindavan Dham, this is Braj Gopi telling, you know, when Krishna cow grazing that time, this is the grass, well, this is not grass, well, what is this? Well, when Krishna footprint touch this earth becomes so happy, comes from extra
aesthetic. So this is the, here is the standing. Well, what is the stream? This is not a stream. When Krishna touch, foot touch, it's a touch, then you become weeping, eyes coming to tear. This is in the stream, this is the tear. So telling you how this Vrindavan Dham, very, very fortunate this Vrindavan Dham. Brahman увидел, насколько удачлива эта планета Земля. И он увидел о том, что она ведь постоянно, он прикасается к лотосным стопам Кришны, которые мечтают все, включая он, прикоснуться к его стопам. А он тут ходит по ней босиком. Поэтому он говорит, я теперь понял о том, что это не просто трава, это, говорит, это волоски на теле у земли встали дыбом от того удовольствия, которое она испытывает. Yeah. So here Brahma, he telling very good one Siddhanta, he telling. This you are telling this Siddhanta Pasupanga Jaya. Tell who is the Krishna? Pasupa. Pasupa meaning who is the cow grazing. Anga meaning this body. Jaya meaning who took birth. Who is the Krishna? Krishna is the Nanda Lala. This is Nanda Lala. Jasoda Dulala is the Krishna. So ordinary people they are no Krishna took birth in Mathura. They know Krishna in Brajadana and then Syam Sundara is the Krishna. И последним словом Брама завершает, заключая большую сиддханту, которую простые люди просто не замечают во Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам скрыто о том, что настоящие родители Кришны находятся во Вриндаване. А вот здесь вот Брама обмолвился, он сказал, что ты – это Пашупанка Джая, ты сын того, кто заботится о коровах. Ты родился здесь, когда тот такой находится за словами Пашу, животное, Панка Джай, тот, который сын того, кто заботится о коровах, Джая родился там. Yes, this is the Brajananandana. Okay, so, well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They're nice, nice prayer. You try tomorrow, you can listen to this. Завтра можем продолжить его молитву, слушать дальше Брама. Хорошо. Нитай Гаур Брамананде. Хари Хари Бол. Боле Говинда Джай Джай Гопал Джай Джай. Говинда Джай Джай Гопал Джай Джай. Радха Раман Хари Говинда Джай Джай. Радха Раман Хари Говинда Джай Джай. Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai 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 Radha Raman Hari Govinda Jai Jai Radha Raman Hari Govinda Jai Jai Radha Rani Ki Jai Maharani Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Giridhari ki jai, Banabari ki jai. Giridhari ki jai, Banabari ki jai. Bola Kunja Bihari ki jai jai jai. Bola Kunja Bihari ki jai jai jai. Radha Rani ki jai. Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol, Jai Hari Bol, Jai Hari Bol,
जय श्री गुरु रामन हरि विराज हरि राधाविन बिहारी की जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय प्रकृशल भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय तिला भ्रष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय तिला भ्रष्ट भक्ति नारायण गोस्वामी पावन गोस्वामी गोस्वामी महाराज की जय तिला भ्रष्ट भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय भगवान को गुरुवर्ग की जय सभाषद गौर हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्ति तुलसीदेव की जय हरि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय राधा रमण श्याम सुंदर गोकुलंदर दामोदर की जय जय श्री अनंत कोटि गौर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जगन्नाथ महाप्रसाद की जय You remember when we came in Samana, then Sundar Gopal has very beautiful beggar, mala beggar. Sundar Gopal, when we came to Samana, he has like beautiful Seva Kunj picture. You remember? Very beautiful beggar. This Gurudev's disciple, and she's also making this Radha Krishna, this toys also. Oh. And she's very, very nice. I think maybe because of in every city, children, maybe in Gulekha also can take and to sell this in every city, Radha Krishna, for children. She's doing very professionally, like special. Я могу вам привезти который, то есть вы когда приедете, я вам большую могу отдать. Куда приедете? На карте ход. На карте ход. Я могу передать свою большую, на которую можно обратить Просто. Я все включаюсь. Хари Бол, Хари Кришна. Today, Хари Кришна. Today мы слышим Дэр Гурудев Катха, а не сам Гуру Таттва. Сегодня будет вечером слушать Гуру Таттву и о Гурудеве. Да. О, Хари Кришна. Да. I have some messages, Maharaj, from devotees to you. Там тебе дорогу себе до площади, когда разукачивается.